На встрече делегации из города Сарова с представителями КФУ гости первым делом отметили, что сотрудничество между сторонами уже дает плоды. К примеру, успешно реализован проект по созданию суперкомпьютеров. Специалисты Казанского университета принимали участие в президентской программе по разработке отечественного суперкомпьютерного программного обеспечения. В результате был разработан программный комплекс «Нимфа» для решения задач по моделированию загрязнения подземных и поверхностных вод, а также моделирования разработки нефтяных и газовых месторождений. Представители Сарова уверены, что дальнейшее совместное развитие будет не менее продуктивным. Нам интересно также взаимодействие с учеными и специалистами Казанского университета, с институтами Казанского университета, ну, по целому ряду направлений. Это и физические науки, это и математические наши направления. Ну и вот я уже говорил, суперкомпьютерная информационная технология, которая сегодня активно развивается. Спасибо вам большое.